Мы говорили сегодня прежде всего о внешнеполитическом сотрудничестве. Говорили также о деятельности Организации договора коллективной безопасности. Россия председательствует в ОДКБ. Параллельно Республика Беларусь возглавляет сейчас Евразийский экономический союз. Ну и следующим этапом будет председательство Республики Беларусь в Содружестве независимых государств. Обменялись мнениями о тех приоритетах, которые будут продвигаться нашими друзьями. И, конечно же, мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом. Мы видим, прямо скажем, враждебные отношения и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают. Принимаются документы о продвижении демократии. Такое уже есть по России. Сейчас внесли такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь. Вот, поэтому мы воспринимаем это спокойно. У нас есть союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. И это общая позиция наших президентов и наших правительств.